О, пролезть начал стремить. Да ладно. Как? Взял инициативу своей... На полчаса. Знаем мы такие на полчаса. До скольки будешь завтрашнего дня сидеть? Как минимум до 5 вечера. Ну давай просто погамать. Покажи мастер-класс, покажи нам Twitch. Давай. Да ладно, пролезь, я знаю, что где-то рядом с этой зоной вроде должен быть этот. Какое самое интересное, это что, это уже дальше? Не-не, тут где-то рядом, по-моему, должен быть этот, не Twitch, а WoW. Ну давай, показывай нам WoW, или ты уже все посмотрел. Там читамен. Да, там читамен. Которого я не пройду, говорю. Что значит не пройдешь? А, ну за полчаса, да, конечно. Ну слушай, пролезь, а ты так это не одолел подъем к последнему боссу? Не, имею в виду последний раз, когда стримил. Что тут делает музыка из DuckTales? Ну, Грей. С добрым утром, это Боша. Здесь все отовсюду и совсем неуместно. Иногда... А тут будешь, дядюшка Скрудж? Нет, дядюшки Скрудж, а нету здесь. Чайка. Нет, ну вот, например, в мире Кастельвании действительно была музыка из Кастельвании. А вот здесь... Что это может быть? Марио? Нет, не Марио. Ну что ж, пока что у тебя была только одна смерть. Ну мы знаем, что бесконечность не предел. Вторая смерть. А, давай не будем вручную это считать, там уже все подсчитывается за нас. Да, уже 8000 смертей было. Игра сделана для того, чтобы тебя убивать. Такая прелесть. Вообще, я уже собирался идти спать, но если я пойду спать, я развалю всю конфу. Офигенный дашборд, пролист. И покуда ты за что ангелов бьешь? Видать, служили. Осталось 23 часа и 51 у Данте. Бас. Спорим, он не начнет челлендж. Он не помнит уже, не бойся, то, что ему ультиматум поставили. Данте. Да. О, Баса, ты же не видел эту версию Данте 20 века? Я тут находил на Joy Reactor'е. Картинку, точнее, находил, он догадался. Такая же вот точность концепции, только это... стиле 20 век. Не, Фолкнер, это никого не уламывали, просто пролист решил сделать добрую волю.
Нет, по-моему, Паралис просто взял инициативу в свои руки и показал, кто здесь босс. Да. Где здесь раки зимуют? И кто здесь раки? И что раки надо есть с пивом? Где здесь люди ракуют? Ну, например, один будет раковать завтра на реактивном самолете. Ну, вот и завтра, да? Да. Зашибись, наконец-то ты пройдешь последнюю миссию. Как думаешь? Да-да, что-то я смотрю, у нас какая-то тащибельная неделя. Астрологи объявили тащибельную неделю. Рака, кто тут больше? Вот Грей сегодня опять как-то не зашел, даже здрасте не сказал. Фолкнер не зашел, здрасте не сказал. Ну ладно, Бассет, наверное, единственный, кто почти не заходит в компу. Вот она, знаменитая помойка ГБА. Это ж хорошо. Интернационал приветствуется, наверное. Да о чем? А там он Битфол французской и английской версия есть. Ой, он сейчас пойдет в этот. Как это называется? Вов. Вов? Да, мы как раз об ММО говорили. А, World of Warcraft. И чё, как он будет вводить? А вот пароль? Так. Лалка. Да, он вручную должен был вводить всё. Прикинь, реально набивать мышцы. Ой, логин и пароль. Лалка-Лалкович. А кто это его сейчас убил, мне интересно? Блок сохранения. За что? Он, чтобы сохранить свою позицию, ты должен стрельнуть в блок, а блок злится и выплевывает пульку в тебя обратно. Поэтому есть вероятность того, что ты на свою же пульку и наткнешься. А-а-а. Так вот почему он говорит fuck you. Да. Я disconnect был. Фарми экспу. Фарми экспу. Да, он говорит не fuck you, а fuck you. Fuck you. Это типа «Да, черт возьми?» Нет, «Да, твою мать!» Стиль старых переводчиков. Этот, по-моему, Володарский, что ли, заменял иногда слово «фак» на «такую-то мать» или что-то вроде того. Сколько людей-то с мечами? Сколько людей? Король Вариан Врин, King of Stormwind.
Зачем ты сказал «never»? Скажи «goodbye» лучше. Вот он читах, да? А вот он читамен, и он рвет жопу, я тебе точно говорю. Сколько спойлеров, да у вас сколько спойлеров? Да, именно поэтому это Bosha Time. Не-не, я про мистера Ломакса, я сейчас рестлинг смотрю просто. А, ты смотришь рестлинг с мистером Ломаксом? Нет, я смотрю рестлинг без мистера Ломакса. А тогда откуда спойлеры? На чистом английском. Ну, как бы за 9 число. Пролист, а ты уже когда-нибудь пытался завалить этого читамена? Судя по твоим разогревам. Это я разогреваюсь, сказал Пролист, что ли? Нет, он так не сказал, но... Все мы всегда разогреваемся в играх. Я, например, делал небольшой разогрев перед каждым стримом. Буквально за минут 10 включал игру, пробегал там пару минут. Так, чтобы руки вспомнили, и все, я начинал стрим. Там просто такой сюжет пошел, что писец в этом рестлинге. Пас, не плати за аккаунт WoW, это ловушка. Где? Да он бас писал, там можно потом. Нифига себе он прыгает, охренеть. Ой, господа, пойду-ка я спать. А это значит, сейчас конфа развалится. Вы уж там, не знаю, попытайтесь собрать ее вновь. Ну, я, наверное, тоже сейчас. Тоже спать пойду. Досмотрю завтра рестлингу. Что значит Фолкнер? Я не буду в пятницу. Кто же будет смотреть-то? Да. Ну, дела... Кто ж на этот Дастиш квадрач смотреть-то будет? Да еще и в тумане. Дастиш квадрач. Квадратич практич гуд. Да-да-да, вот, все, точно. Да, точно. Это из какой рекламы? Это Риттер Шпорт, или как он там? Точно. Вкусный шоколад, черт возьми. Да. Особенно, когда там куча шоколадок. Орешков. Да? Хотя никогда не умел раскрывать этот пакет с шоколадом. Упаковка с шоколадом мне так как реклама показывает. Прям так вот раз на две части там разломал шоколадку и раскрыл сразу. У меня только шоколад ломался, а пакет никогда, упаковка никогда не открывалась. Ой, Пролиса убивает котики. Эй, ладно, всем пока. Девлин, попытаешься собрать компу? Меня сейчас слышат, Эйвин. Ну так, всем пока. Завтра все еще будет день.
знаю.
It's Pudgy time. Oh, it's Pudgy time. It's flashy time.
Ну, не знаю.